Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с тобой продолжаем играть в House Flipper. Это вторая часть, я не знаю почему, но я решил записать вторую часть. Вроде как бы она вам всем понравилась, ну не то чтобы всем, но многие написали, что мол, давай продолжай. По интересным стечениям обстоятельств, я запорол уже один видос, примерно на 20 с лишним минут. И придется нам с тобой записывать еще один. Я выполнил задание, пару заданий даже выполнил, по-моему. Но это не беда, мы запишем еще одну серию. Что ж нам жалко, что ли? А газон и бассейн. Я там косил траву, сажал кусты, раскладывал газон. И... что такое? Много чего интересного делал. Так, надо заняться стеной. Ну, давай стеной займемся. Здравствуйте, уважаемая ремонтная фирма. В последнее время популярностью пользуются большие комнаты. О чем свидетельствует хотя бы тот факт, что мой сосед, а также сосед моего соседа, снесли несколько стен в своих домах. Я бы тоже хотел, чтобы в моем доме снесли несколько стен. Для сноса идеально подходят стены между гостиной, кухней и коридором. Классно. К тому же соседка, которая живет напротив, недавно покрасила стены в своей спальне в светло-голубой цвет. И я тоже очень хочу покрасить стены в такой цвет. Я верю, что такая фирма профессионалов, как ваша, без проблем справится с выполнением моей просьбы с небольшими финансовыми затратами. Антон Серый. Антоха, не переживай, мы тебе сейчас все сделаем по красоте. Только не факт, что крыша будет держаться, но... ты получил кисточку, это валик для твоего этого сведения. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. Хорошо, что я разблокировал новый инструмент. Так, какую стену тебе ломать надо-то? Так, это конец дома. Уничтожь стены 20... Чего, это все стены, что ли, сломать надо? Совсем-совсем все? Покрасить в цвет сонная синева. Это вот в такой, что ли? Давай в цвет сонной синевы покрасим. Купить сейчас. Ну, поставь вот этот вот валик. Придержи и измени на покраска. Подожди. Где покраска? Вот покраска. Фу-ху-ху. Ничего себе. И что, это вот так вот делается? Так, а вот здесь что, такой, не такой цвет? Странно как-то выглядит. А, все стены покрасить-то нужно. Вот оно что. Блин, ну это долго, это долгий такой процесс, прям... Надеюсь, я не трачу трачу краску даже, ну, вот, наверное, на эту ерунду. Я понял, мне нужно лишний раз вводить, нужно просто вот красить, как получится. Мы будем лучшей ремонтной компанией, которая когда-либо была, мне кажется. Так, вот это тоже нужно покрасить, откосы вот эти все. А можно как-нибудь купить себе другой какой-нибудь валик, нет? Чтобы, типа, он побыстрее красил, не? Нельзя? Как жаль. Как жаль. Покраска, блин. Новая способность за 10 покрашенных стен. Покраска на 25 быстрее. Не тратишь краску на покраску стены. Такое бывает? Не тратишь краску на покраску стены. То есть сначала совсем не тратишь, а потом уже начинаешь тратить на 20 и на 40%, соответственно, меньше. Очень странно. Вот больше покраски. Вот это вот очень... удобно будет. Ну ладно, это у нас будет через 10 стен, так что давай наберем краски и будем, стиснув зубы, красить пока что вот так. Кровать главное не задеть, а то человек будет спать на синей кровати. Хотя он и так на синей кровати спит. Ну-ка. Когда там уровень-то уже, ну? Я уже устал красить. Так медленно, так медленно. Ура! Давай, две стены. Две стены. Красота. Так, погоди, у меня там еще что-то доступно? Переговоры. Новая способность за 2 проданных домов либо завершенных заказов. Платеж за заказы плюс 25. А, мне сказали, что не будет у меня никаких проблем с финансами в этой с денежкой. Но денег много не бывает. Садовник. Триммер для травы. Увеличенный диапазон покоса. Кстати, да, я его улучшил. Поэтому...
Поэтому вот так. Давай вот будем вот это усовершенствовать. Все равно все, наверное, усовершенствуется в итоге. Могу укладывать плитку на стены. Спасибо. Отвечая на комментарий, который был по поводу, купил я игру или нет. Я в начале первой серии сказал, что если вам зайдет игра, то я ее обязательно куплю. Отсюда выводы делай сама. Купил я ее или нет. Но ни в коем случае тебя на это дело не подталкиваю. На такие дела темные. Тебе советую обязательно купить эту игру и поддержать разработчика. Да? А мы пока что будем красить стены в цвет какой-то там сонной синевы. Удобно по две стены красить, это вообще кайф. Мне нужно набрать краску из банки. Ну давай, набирай. Можно было бы купить пульверизатор и из него уже это... А, две стены... А, я понял, как красить две стены сразу. Их надо сначала выбрать. Их надо сначала объединить, а потом уже... А потом уже покрасить. Как сложно все сделал, но, блин, не могу. Мне кажется, у меня краска должна была уже давным-давно закончиться, а она до сих пор еще есть. Ой, как долго и сложно это все делать. Даже не знаю, как сказать тебе, как я устал это все красить. Самое сложное, это вот страшное, что оно все не заканчивается. Точнее, заканчивается, но очень медленно. Очень. Угу. Набрать краску из банки. Ну, кончишься ты там или нет? Я хочу купить уже новую. Самое обидное, что, блин, мне не хватит банки, и придется покупать вторую, а вторая банка будет явно лишней. Чего? А, отражение. Я думал, я покрасил шкаф. Ну, в целом, быстро достаточно. Так, а... Выбросить нужно. И купить новую. Так, магазин. Покупаем, наверное, эску. Потому что осталось покрасить всего ничего. Думаю, хватит нам и эски. Забываю и нажимаю почему-то на Tab вместо правой кнопки мыши. Но, возможно, я прииграюсь немножко и получится у меня будет получаться немножко лучше. Ориентироваться в кнопочках. Что ты? Почему так быстро заканчиваешься, краска? Музыка такая веселая играет. Ты, наверное, ее, может, не слышишь, но... Не слышишь ее по причине того, что она... Во-первых, очень тихая, а во-вторых, она очень... Скучная. На пианине кто-то там... Лялякает что-то. Девяносто семь процентов. Что ж мы не докрасили-то? А, вот. Все, спальню мы покрасили. И краска кончилась, смотри-ка. Как мы четко подобрали размер банки для краски. Давай будем думать изменить расположение комнат, уничтожить стены. Ну, давай забацаем молоточком. Так, нужно здесь уничтожить стены. Давай вот тут ломать. А, это лишние. А как стены строить? Ни хрена себе. А как чинить? А чинить-то как? Это я зря сломал, получается? Ну да, представляешь, откуда же я знать должен, куда ломать, а куда не ломать? Оно ж не ломается сразу, это представляешь, это надо по одному кирпичику вот этому ломать, это издевательство. И не отмечено, что нужно ломать. Откуда я знать должен? Ну-ка, давай отсюда.
Рассыпайся. А, вообще стен надо снизу ломать, чтобы все осыпалось просто вниз, и все, правильно? Или неправильно? Упадет это все, нет? Ну. Что такое-то? Ой, блядь, надо же было сломать лишнюю стену. Человек сломал стену, представляешь? Ну. Чё ты не бьешь ты ее? Так, вот это тоже лишнее? Ну, явно лишнее. Не пойму, а почему тогда мне вот здесь вот наругались и сказали... А-а-а, это не та стена немножко. Это немножко не та стена, я понял. Так, и вот это не та стена. Правильно? Да, эту комнату мы трогать не должны. Эту комнату мы должны построить заново. Так, так, и вот так. Блин, больше так не делай. Слишком мало места, чтобы поставить здесь стену. Это я не старался, даже не пытался. Так. Все, это осыпалось. Молодец. Почему стены не осыпаются? Почему они, блин, висят вот так под потолком? Не убило бы, блин. Все-таки опасная работа. Новое очко умений. Ну-ка, давай посмотрим. Сила увеличена на 5. А, пылкий человек, мол, разборка быстрее на 25. Усовершенствованный молот. Давай, сделаем, посмотрим, что он делает. О, блин, ну смотри, он разламывает гораздо быстрее. По заданию-то у нас что с тобой? Задание уничтожить 24 стены. А где? Где их у этого самого-то разламывать-то? Я же не хочу лишнее-то делать. Лишние работы-то выполнять. Наверное, эту тоже надо ломать. Да, я понял. Чего? Прибыль 211 тысяч. Ты видел прибыль какая огромная за этот заказ? Так, пойдем вот сюда. Диванов понаставил кто-то. Почему нельзя было подготовить под ремонт свой дом? Знал прекрасно, что к тебе придут ремонтники, ломатели, крушители стен. И не подготовил свой свою комнату, свой дом не подготовил. Блин, ну неплохо. Смотри, как сразу стало просторно. Красота, вообще красота. Так, ну вот тут вот немножечко явно лишнее, а в остальном все красиво, правильно? Опа. А куда стены, интересно, деваются? Они тут пропадают? Тут какие-то кроты особенные и ползают или что? Так, закрой дверь, чтобы она тут это, не сквозила. 26 из 35. Вот эти надо ломать. Между спальней... Нет, наверное, между спальней не нужно ломать. Зачем между спальней ломать? Блин, ну если вот эту ломать не нужно, значит... Блин, ну давай вот эту сломаем. Блин, нет. Сейчас построим заново, ничего страшного. Не впервой. Ну, ломайся. Новые навыки. Профессиональный молот. Ничего себе, какой я, блин, молодец. Смотри, я... Ломать не строить, как говорится. Как бы ломать-то можно сколько угодно. И у меня это неплохо получается. Просто я не понимаю, где здесь еще нужно сломать 9 стен. Если не здесь... А, вот это может быть. Не может быть, а точно. Но это 4 стены. А еще 5 где найти? А, елки-палки, вот. Так бы сразу и сказали. Игра, блин, тоже, знаешь, вот она могла бы подсвечивать стены, которые мне необходимо ломать. И было бы гораздо всем проще. Так, как, что нам еще тут нужно сделать было? Все, больше ничего? Больше ничего. 300 тысяч.
Заработали за то, что просто разломали человеку дом. Красота, я хочу такие заказы брать, мне нравится. Выглядело все нормально, да? А стало вот так вот. Здесь это именно тот случай, когда до было лучше, чем после. Мой офис должен быть моей визитной карточкой. Да, хорошо, хорошо. Давай покрасим. Блин, а я же ведь... А, я кровать разворачивал, она стояла вот так раньше, да. Почему укладка панели пока недоступна, если мне сказать, что я могу плитку класть на стены? Разве нет? Ну, нет так нет. Ну, подойди, использовать. Можно кому-нибудь еще стену сломать? Я был бы рад. О, привет, тетя. Sunset Bay. Я рад приветствовать тебя в прекрасном городе Sunset Bay. Меня зовут Грета Эванс, и я профессионально помогаю семьям в поиске дома их мечты. Однако многим из них сперва нужен ремонт. И что? Куда нажимать надо? И здесь мне нужна твоя помощь. Меня зовут Оливер Джордан, и мы с Гретой помогаем семьям найти свое место в Sunset Bay. На карте ты уже можешь найти дом, которому требуется ремонт. Бошками виляют. Ну. И что, и как? А как перемещаться-то? Заказ. Новое начало. Бюджет 367 тысяч. Приветствуем тебя при первом заказе в Sunset Bay. Ты готов помочь Джону и Николь подготовить дом для жизни? Он небольшой, но вид тебя обворожит. Помоги в принятии решений по интерьеру помещений. Особенно проблематичным является вопрос размещения кладовки для инструментов под домом. Угу. Ну да, давай, я так понимаю, это как раз сюжетная линия, что ли, пошла? Масштабирование карты можно... А, масштабирование можно управлять, используя кейпад и кейпад минус. Нет, я уже понажимал на эти кнопки и больше не хочу. Приветствуем тебя при первом заказе в Sunset Bay. Ты готов? Я уже читал. Выборы 2, помещение 7. Ой, какой некрасивый дом. Бюджет на выполнение заказа. Выполняя заказы в Sunset Bay, в каждом из них в вашем распоряжении есть определенный бюджет. Это деньги, которые семья в состоянии выделить на ремонт дома мечты. Ремонтируя дом, помните о том, чтобы не превысить его. Хорошо, договорились. Мусор убрать. Это не мусор, это не мусор. Мусор это вот это. Кто что так поднасрал-то вам? Так, мусор поубирали, хорошо. Прибыль уже 15 тысяч долларов. Это не может не радовать. Сорнячки я тоже сейчас поубираю, чтобы они здесь вид не портили. Так, ну пойдем дальше. Что дальше у нас по заданиям? Задание сад. В саду все. Пустая комната 64 квадратных метра. А, ну по всем комнатам нужно пробежаться и поубирать поубирать грязюку. Используй. Телевизор без него здесь пусто. Мы можем добавить немного декораций, ковер и несколько растений в горшочках. Несомненно, камина. Большой угловой электрический камин внесет в интерьер современный характер и скрасит вечер хозяевам. Блин, ну камин, конечно, классно. Но все-таки телевизор давай. Да, я хочу телевизор здесь поставить. Камин это, ну... Если вместе с телевизором, здорово, а если просто так, камин, ну... Нет. Нет, телевизор веселее всякого, по нему хоть разные передачи показывают. На телевизоре включи камин, да сиди. Один хрен он электрический камин хочет. Если бы он настоящий хотел камин, тогда мы бы выбрали его. А если он хочет электрический камин, тогда он ничем не отличается от телевизора. На Ютубе столько роликов с каминами, что там можно просто обалдеть от их изобилия. Включаешь и смотришь. И камины хорошо. А в дополнение, чтобы грело, можно ветерок какой-нибудь купить себе, чтобы он у тебя там, не знаю, в ноги дул. Так, здесь что у нас? Здесь у нас ничего. А здесь у нас чего? И здесь у нас ничего. Так, грязюк-то мы убрали. Очистить грязь чуть-чуть не чуть-чуть осталось. А где конкретно? Во. Так, помыть окно. Помыть окно — это самое наше любимое занятие. Это надо вот этой пылесосилкой. Yeah.
Такое себе развлечение, конечно. Можно было тряпкой, мне кажется, помыть гораздо быстрее, чем вот этой вот ерундой. Чистенькое окошко, давай. Нет, я хотел помыть. Или его не нужно мыть? Видимо, нет. Видимо, нужно мыть вот эти окна. Они, наверное, на какую-то сторону там направлены, и от деревьев всякая шелуха летит именно на них, поэтому они такие грязные. А будем вот так вот именно мыть. Не нужно тут... Что такое, нос чешется. Не нужно здесь особо сильно заморачиваться над... Что такое тут? Еще прям 5 секунд. Цепляется за что-то. Но все-таки нет, так быстро нельзя работать. Нужно всяко вот чуть-чуть более размеренно проводить. Потому что он зазорами какими-то намывает, если дергать мышкой. И где еще грязь? Я больше не вижу грязи. Что мы будем делать с этим? Я правда больше не вижу грязь. Ну-ка. Ну, здесь может быть только посреди окна. Да, где-то там была. Ой. 123 тысячи мы уже заработали. Это офигеть, какие большие суммы мы зарабатываем на мытье окон. Мы сейчас и себе дом обустроим неплохой. С такими-то зарплатами, заработками, правильно? Правильно. Так, и еще одно чистое. Так, больше окон нет? Нет, больше окон нет. Все остальные чистые. Шкаф, угловая тумба под телевизор. Замя удалить... А, удалить предмет. Люстра с лампочками, шкаф... Шкаф... Шкаф, а где вот этот вот? Или какой из этих шкафов-то? Вот этот? Или вот этот? Откуда я должен знать, как он должен выглядеть? Люстра с лампочками — это точно вот это. А, два шкафа одинаковых. Значит... Вот этот и вот этот. Но они более... Так, больше всех выпадали. Поместить предмет. Давай поместим предмет. А откуда я их должен поместить-то? А, вот. Угловая тумба под телевизор купить. Какая-то она заляпанная, грязная вся. Что-то какая-то светлая. Он, конечно, здорово, что он светлый. Ну ладно, давай купим сейчас. Угловая тумба под телевизор. Так, если диван вот здесь, значит... Тумба по телевизор должна быть вот здесь, потому что, ну, здесь неудобно будет смотреть. Угловой диван вот так, значит, угловая тумба вот так. Нет, она торчит, получается. Она только вот здесь не торчит. А если здесь не торчит, значит, сюда мы ее и поставим. Телевизор. Телевизор ставим на тумбу. Ни хрена себе, сколько стоит телевизор. А, ну 40 тысяч рублей, в принципе, он так и стоит. Так, так, так. Нет, 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 нет. Чутка, нужно его развернуть вот так-то поровнее. Вот так. Как я с этого дивана должен смотреть этот телевизор, не понимаю. Но вот если за обеденным столом только сидеть, то будет видно телевизор. Или вот, ну, вот этой вот ерунде, на которой сидят, обувь надевают. Вот это вот поставим поровнее. Вот так. Все будет красиво. Люстра атом, замия и прямоугольный ковер. Давай займемся люстрами. Люстра по 15 тысяч рублей. Да ладно тебе. Так, а как вот здесь поровнее сделать? Одна люстра должна висеть над обеденным столом? Или нет? Да-да, вообще. Вот так-то вот тут вот она должна висеть. И почему я не могу повесить? А потому что. Потому что игра говорит, что ты не можешь повесить эту люстру сюда. Потому что я вот так решила. Ой, я что-то хожу тут по всему, чему только можно. Ладно, давай повесим вот сюда одну. Да... Ой, блин. Вот так нормально будет? Блин, чуть левее.
Здесь хоть призраки висят, уже здорово. Так, а вот так? А вот так чуть-чуть левее тоже нужно. Вот так нормально будет? Ну, думаю, что да. И еще одну люстру мы повесим прям тут же. Только вот здесь. А, только вот так. Подожди-ка. Вот посередине прохода нужно повесить. Где-то так. Нет, чуть-чуть левее. Чуточку прям левее. Да? Блин, еще чуточку левее. Да? Блин, ну прям вот не знаю даже. Чуточку, может, правей? Угу. Ровно? Ну, хрен его знает. Блин, кажется, как будто нужно бы правей повесить. Ну, ладно, пусть висит. Уж если мы так будем еще в этой игре делать, то я прям... Это буду делать очень долго. Так, горшок у нас будет светлый, потому что все светлое у нас. Он будет стоять вот в этом углу. Вот так. И радовать нас своей красотой. Так, еще нужно одну замию купить. Купить сейчас, поставить ее уже... А куда ее-то можно поставить? А я даже и не знаю, куда ее можно поставить. Вот сюда-то не нужно? Нет, нет. Сюда нас не просят ничего ставить. Ну, давай вот сюда поставим. Нет, неудобно она здесь будет стоять. И здесь она тоже неудобно, будешь ногами все время цепляться за нее. Тут-то она вообще ни к чему. Да, блин, тут тоже ни к чему. А куда же ее тогда прилепить-то? Давай две рядом поставим. Ну, две рядом точно никому мешать не будут. То есть вот здесь никто не ходит. А если никто не ходит, значит, мешать не будет. Правильно? Правильно. Так, ну и еще ковер. Ковер у нас должен быть какого-нибудь такого... Такого вот какого-нибудь цвета нейтрального. Погоди. Какого цвета должен быть у нас ковер? Вот примерно вот такого. Да, наверное, вот такого купить сейчас. Блин, конечно, это не такой цвет. Ну ладно. А, диван синий. Давай в цвет дивана купим. Да, давай вот его и купим. Блин, не такой синий. Ну и ладно. Посередине прохода поставим. Вот так. И будет красота. Все. Получается, гостиная это у нас два ковра. Куда тебе два ковра-то нужно? Ну. Ну давай вот так сделаем. Давай положим два ковра одинаковых. Вот так. Нормально? Нравится тебе? Так, куда мы дальше идем? Мы идем в гостиную... А, мы идем в пустую комнату. Там мы убрали мусор. В комнате 4 квадрата и в кладовку мы идем. Какая здесь комната 4 квадрата? Это спальня, мы в ней ничего не должны делать. То бишь нам нужно спуститься куда-то вниз и там уже что-то сделать, правильно? Правильно, правильно или нет? Или да? Или нет? Или да? А где я? Опа. Угу. Используй. Появился кто-то. А... А, сауна и ванная. Возможность воспользоваться сауной после купания в море. Это круто. Нет, мы здесь сделаем кладовку. Да, я уверен. Здесь уже лежат инструменты, значит, это будет кладовка. А ванная у тебя есть наверху, женщина. Что ты такая тупорылая? Зачем ты пытаешься навязать свои вот эти вот хотелки? Ты молодец, конечно, ты хочешь сауну, но если у тебя есть ванная, зачем тебе сауна? У тебя нет хозблока какого-то, знаешь, хозпомещения. И она хочет сауну. Горшочки даже хранить свои будет негде и будет потом страдать. Так, мусор мы убрали не весь. Осталось еще кое-что. А, вот. А, чистить грязь. Тун-турун-тун. Тун-турун-тун. Тум-пурум-пум. Так, это почти все. А, это две разные комнаты-то. Это две разные комнаты, получается. Ничего себе. Так, а здесь где грязь у меня осталась?
А как я там должен помыть-то? Я же ее даже не вижу. Такие вы простые, конечно. Очистить грязь. Осталось до сих пор. Так, а где еще? Где же нее найти-то? Грязюку-то эту. Стены, может, грязные какие-нибудь, нет? Нет, здесь все чисто. И здесь все чисто, и тут все чисто, и там везде все чисто. Это вообще прям... Так, в кладовке все. Здесь убрать мусор нужно. Убрать мусор, мы убрали его не весь. А где он еще? А, вот они, коробки. Стул на колесиках. Закрой дверь. Давай положим инструмент. Вот так. Вот так. Вот так. Ножовки к ножовкам. Вот этот мелкий инструмент положим вот сюда. Правда, на край стола его не нужно класть, конечно, но у нас такой дизайн. Все ровненько лежит. Все красиво лежит, все красиво стоит. И вот это тоже все сделаем вот так вот, чтобы радовало глаз это все, а то как вот в помойке. Нет, это нужно вот так положить. А вот этот инструмент положить вот сюда. Я считаю, так будет правильнее. Здесь нужно взять круглую мусорную корзину. Так, а это что тогда получается? А это, я думал, тут мусорная корзина. Это не мусорная корзина. Тогда это чудо идет вот сюда. А мы берем мусорную корзину. А, сначала мусорную корзину купить. Ставим вот сюда. Потом берем стул. Ну, стул давать черный, чтобы он не это. Чтобы не сильно было жалко. И думаю, что он... Хотя не будет он меньше пачкаться. Это же ведь черный цвет, на нем все видно. И дрель. Дрель странная. Может, ее надо посмотреть как-то. А, во. Во-во-во, все. Вот. Теперь дрель. Купить сейчас за 5000 рублей дрель. Дешевая, кстати. Есть хорошая, то дешевая. Ну, вот так. Все. Так, давай пойдем теперь в комнату, которая там 4 квадрата, что ли, или какая-то вот другая там была она. И нам нужно там что-то было сделать. А что сделать, хрен его не знает. Может быть, вот это? Нет, это спальня. А, все закончено, все, то есть... А почему... А, бюджет я не истратил, получается. Ну, вообще здорово. Прибыль 400 тысяч почти. Завершить. Блин, мы сделали первый дом. Я думаю, мы на этом закончим. Как бы сейчас отзыв почитаем, там все дела. Я люблю цветы, в отличие от людей. Но люди тоже любят цветы. Или ты не любишь людей? Можешь купить новый дом, выполняя следующие задания, чтобы разблокировать возможность покупки домов для ремонта. Проверьте ноутбук, чтобы узнать, какие дома можно купить. Давай, посмотрим. Карта заказов, почта, браузер. А, ты смотри, я могу дом купить. Я могу купить дом. На Луне? Ничего себе. Вот этот классный за 24 миллиона. Вот это хороший дом. Да, мы, наверное, его потом и купим. У нас есть деньги, в принципе, на домик. Вот на, даже на вот этот вот. За две... А, здесь нет ничего здесь. Здесь, наверное, да, здесь только сад, считай, дача какая-то. Вот такой домик мы можем купить, но нет, мы не будем свой пока продавать, мы поднакопим денюшек. И в следующей серии обязательно этим всем займемся. Наверное, займемся, если будет большая активность. А пока что давай прощаться с тобой. Спасибо за то, что досмотрел до конца. Поставь лайк, подпишись на канал, если этого еще не сделал, прокомментируй, поделись видео с друзьями. До встречи в новых видео. Пока.